Короче, чуваки, мы здесь взяли самый дешевый билет. Решили поехать поездом. Поездом из Будапешта в Прагу. Взяли самый дешевый. Два билета с Россией. Вот нижняя полка, верхняя полка. Кондиционер. Регулятор температуры. Будильник. Не знаю, что здесь еще есть. Вода входит бесплатно. Внимание. Туалет. Это самый дешевый номер. Каждый номер туалет. Тапочки. Зубная щетка. Мыло. Набор. Второй набор. Тоже ушные палочки. Раковина. Так, раковина, двигаем в сторону. И у нас здесь душ. Душ. В самом дешевом. Считай, это плацкартный поезд. Душ. Мыло. У нас вчера номер хуже был. Розетка. Температура воды. В общем, загнивающий запад это все. Да, это пипец. Наверху там чего-то. Это дверь в соседний номер. Если мы будем ехать вместе с ними, мы можем открыть дверь. В общем, пацаны, пипец. Загнивающий запад, надо их спасать.